утро на Енисее. Доброе утро! Если вы любитель почитать и любимая книжка затерта до дыр, то сегодня мы вам покажем, как для нее шить мягкую обложку из старых джинс. Для этого мы возьмем сами джинсы, можно комбинировать хлопком или оформлять декоративно фурнитурой. Определяем размер нашей обложки и выбираем любой элемент, который нам нравится, из джинс. Мне нравится, что здесь есть кармашек, потому что туда можно положить и закладку, и стикеры. Высота 21, ширина обложки 28 сантиметров. Да. Заднюю часть обложки мы вырезаем из однотонных, без дополнительных элементов. Задняя обложка у нас будет однотонная, передняя обложка с кармашком. Нам нужно вырезать еще одну деталь. Нет, две детали. Чтобы наша книжка держалась, два прямоугольника размером 23 на 7. Соединяем детали между собой и закрепляем фиксирующие элементы. Осталось добавить декор, и наша мягкая обложка будет готова. Теперь эту книгу стало приятнее держать вдвойне. Да, еще мы ее украсили декоративными элементами, а ленту сделали как закладка. Классно! По-моему, получилось очень по-девчачьи и креативно. Шейте вместе с нами!